Меня зовут Масловский Денис, и я работаю шеф-кондитером. Утром я просыпаюсь и встаю с кровати всегда с хорошим настроением, потому что знаю, что меня ждет моя любимая работа. Просыпаюсь я в 7 часов утра, а рабочий день начинается с 9. Юля, доброе утро. Каждая работа важна. А моя почему важна? Моя работа важна, потому что я делаю самые вкусные кондитерские изделия в городе. У нас очень дружный и веселый коллектив. Подбирал я его по своему образу и подобию. Мы вместе и работаем, и отдыхаем. Работать можем очень долго. Рабочий день у нас не нормирован. Это мы компенсируем корпоративами, которые проводим очень весело. Я люблю свою работу, потому что каждый день я делаю прекрасные кондитерские изделия, которые помогают каждому жителю нашего города поднимать настроение во время кофе-паузы. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.